Господа, добрый день. Сейчас мы поедем кататься на батискафе, посмотрим рыбок всяких, кораллы. Будет интересно, не переключайтесь. Удаляемся от берега на этой посудине. Скоро начнем смотреть на рыбок. Вдалеке виднеется мечеть в старом городе, очень красивая. Ну, скоро увидим флору и фауну.
Максим Лена. Раз, два, три. Лена! О, класс. Мы кричим, поехали. Поехали. Мати, то есть Мати. 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 Окей, Мати. Мати. Вариатор коробка. Привет. Номер 13. До встречи дома. Ну что, настроение поднялось? Слава Богу. Мы так показывали хорошо. Заходите, уважаемые. Садитесь, не надо снимать. Не надо снимать. Репу так замотали, что ж думать тяжело. Где твои волосы, юноша? Под Арафаткой. Ну, женщина какая-то сидит вдали. Сына потеряла. Вот муху не успокоили. Нормально прилег. Бедный верблюд. Мухи едят, но... Все, поехали! Здравствуйте! Ребята, кто знает, как она называется, в комментариях напишите. С какой скоростью он бегает? Не, не хочу ее. Почему? Хочу, что ты хочешь еще? Что ж, ребята, прошли эти 10 дней, неохота уезжать, так же, как и всегда, потому что отдыхать не работать. Так бы всю жизнь было отдыхать. До встречи в снежном Киеве. Как я раньше говорил, если мы уезжаем из гостиницы, и я в том числе, когда, будучи моряком, посещаю много стран, вот когда уезжаешь, как заехал, ну понятно, чуть похуже, так и оставляй свой номер. Потому что о тебе судят по твоей стране. Чтобы потом не говорили, что какие-то упыри везде живут.
как пиво. Водка. Нет, а дома нормально, просто холодно. Ты слышал? Лучше, чем в рейсе.